Здравствуйте, мои юные математики. А где это, интересно, у нас циркуль? Ага. Так. Хочу вам сообщить, друзья мои, неожиданное известие. Это записка от Альберта Петровича. Он приезжал и забрал с собой циркуля на математическую конференцию. Интересно, а с кем же я буду вести нашу передачу? Всем привет, меня зовут Синус. Ага, здесь постскриптум. И оставляю ему на замену Синуса. Это молодой перспективный хомяк с большими математическими способностями. Ну что ж, Синус, будем знакомы? Меня зовут Степан Петрович. Очень приятно. Теперь будешь вести со мной передачу, согласен? Безусловно. Итак, начинаем. Нам пришло письмо от Лены Тихоновой из Пензы. Лена пишет. Здравствуйте, профессор. А как еще можно умножать, кроме как на калькуляторе и в столбик? Напомни-ка мне, Синус, какой-нибудь интересный способ умножения. Ну, например, китайский. Я вижу, ты неплохо разбираешься в математике. А умножать по-китайски ты умеешь? Нет, к сожалению. Сейчас научишься. Это очень древний способ умножения чисел. И многие люди, не только китайцы, пользуются им и сейчас, когда у них под рукой нет калькулятора. Интересненько. Начнем с простого примера. Допустим, нам надо перемножить числа 21 и 32. Проведем сначала две параллельные линии близко друг к другу, примерно под углом 45 градусов. Почему две? По числу десятков в первом из наших множителей, числе 21. Теперь параллельно этим линиям, но на некотором расстоянии от них, проводим еще одну. Наверное, по числу единиц? Да, по числу единиц в числе 21. А сейчас под прямым углом к этим линиям чертим три параллельные линии по числу десятков во втором нашем множителе, в числе 32. И, наконец, проводим еще две линии по количеству единиц в числе 32, параллельные трем только что проведенным. И что дальше? А дальше, Синус, займемся несложными подсчетами. Мы с тобой будем считать точки пересечения наших линий. Число точек пересечения в левой части рисунка будет равно числу сотен в результате. Вот она. А число точек пересечения в правой части рисунка равно числу единиц в искомом числе. А в середине тогда что? Число десятков, конечно. Итак, считаем. В левой части у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Записываем число 6. В середине у нас сверху 1, 2, 3, 4 точки, и снизу еще 1, 2, 3. Всего 7 точек. Записываем. И, наконец, справа у нас всего 1, 2, 2 точки пересечения линий. Записываем 2. Итак, 21 умножить на 32 равно 672. Проверим при помощи калькулятора. Итак, 21 умножаем на 32 равно, пожалуйста, 672.
Все правильно. Давайте перемножим по-китайски более сложные числа. Хорошо. Сейчас умножим 123 на 321. 123 умножаем на 321. Я заранее подготовил рисунок. Вот видите, ребята, здесь число 123, сначала одна линия, потом две, потом три. И число 321, сначала три линии, потом две, потом одна. Разделим этот рисунок на пять частей так, чтобы в каждой части точки пересечения линий располагались приблизительно на одной вертикали. Итак, в первой слева части рисунка мы будем считать десятки тысяч. Во второй – тысячи. В третьей – сотни. В четвертой – десятки. И в последней правой части – единицы. Слева у нас три точки пересечения. Записываем три. Далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Записываем. Считаем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14. Считаем десятки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Записываем. И, наконец, единицы. Раз, два, три. Пишем число три. Одно из чисел у нас оказалось двузначным, поэтому переносим лишнюю единицу налево в более старший разряд. Выделяем единицу и переносим сюда. Прибавляем эту единицу к восьмерке и пишем вместо восьми девять. Вот и результат. 123 умножить на 321 равно 39483. Записываем. 39483. Какой интересный способ умножения. Надеюсь, ребятам он пригодится. А вы, ребята, попробуйте сами перемножить китайским способом какие-нибудь числа. Ну а нас ждет геометрия. Написал нам Дмитрий Тищенко из Нижнего Новгорода. Уважаемый Степан Петрович, расскажите, пожалуйста, о единицах измерения, которые используют астрономы, и почему размеры звезд и планет на небе измеряют в градусах, как будто это углы. Что ж, продолжим тему, которой мы уже касались в нашей программе. Поговорим о математике в астрономии. А что, правда, размеры звезд в градусах измеряют? Да. Конечно, так измеряют не истинные, а видимые размеры небесных тел. Их так называемый угловой диаметр. Угловой диаметр Луны в среднем составляет 31 угловую минуту и 5 угловых секунд. Ну, вы же сказали, в градусах измеряют. Слушай дальше. Поскольку видимые размеры почти всех небесных тел очень малы, их обычно измеряют в долях градуса, в угловых минутах и угловых секундах. А сколько в градусе угловых минут? В одном градусе 60 угловых минут. Запишем это. Один градус равно
60 угловых минут. А в одной угловой минуте 60 угловых секунд. Одна угловая минута равна 60 угловым секундам. Чтобы понять, что такое угловая секунда, представьте себе, что вы смотрите на футбольный мяч с расстояния 45 километров. Угловой диаметр мяча в этом случае будет равен примерно одной угловой секунде. С такого расстояния никакого мяча не разглядишь. Угловая секунда – это очень мало. Однако синус, видимые размеры большинства наблюдаемых звезд, еще меньше. Они составляют всего лишь ничтожные доли угловой секунды. А самые большие наблюдаемые объекты на небесной сфере – кометы. Видимая длина хвостов некоторых из них огромная, достигает 70 и даже 80 градусов. С видимыми размерами понятно. А с настоящими что? Какие в космосе единицы измерения, кроме километров? Ну, поскольку астрономы измеряют объекты гигантских размеров, галактики и даже скопления галактик, то и единицы измерения у них особые. Например, астрономическая единица. Она равна среднему радиусу земной орбиты, то есть примерно 150 миллионам километров. А еще какие есть единицы? Ну, например, световой год. В нем более 9 триллионов километров. Это расстояние, которое свет преодолевает за целый год со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Как говорит мой коллега Циркуль, архи впечатляющие. Ну и огромный же этот космос. Да, без математики его не изучить. А еще без математики не решить задачи. Это верно. А скажи-ка мне, синус, сможешь ли ты назвать число, состоящее из 11 тысяч, 11 сотен и 11 единиц? Элементарно. Это 11 111. 11 111, так? Да. А теперь давай проверим. 11 000 плюс 11 сотен – это 1100. Плюс 11 равно 12 111. Как же я сразу не догадался. Не надо было торопиться с ответом, мой друг. Ну, а наша передача подошла к концу. Ребята, пишите нам по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». И оставляйте свои вопросы и комментарии на нашем сайте радостьмоя.ру. Профессору Круглову. До свидания, ребята. До свидания.